Что это было? Олег, что это было? Два розыгрыша таких, потом. Рядышком, да?
Там они еще со скидкой какой-то 30%. Ну, отлично. Там нормально. Да, во сколько они обошли? Вот нормальный ценник глянет. Мне кажется, такой же гигабайт старый. Старый, снять? Не-не, это... Который был новый. Такой же юнок, как ваш 70-й. Или какой? Какой дешевенький. Ну рабочий. Можно бегать долго. Хороший. Сразу другой компот. Я говорю, что главное, что их здесь нет. То есть вот. Россию, почему на Москву? А? Не, Карлтонов больше. Больше. Конечно. Конечно, они есть. Ну, есть люди, которые вот, которым нравятся такие вещи. Я тебе дам. Как в Беларуси? Да вот, надо один. Понравилось? Да, очень. Чего понравилось? Что там, Китай? Там где-то надо. Джампер для Ивана тренера была. В смысле тренера? Кого он тренировал? Джампер, понятно? Еще раз. Чарли Бенни, которая не стоит, она сейчас сама не играет. Она, но она тренер. Я что-то путаю, или она, это же молодая, вот, ну как, относительно. Ну, с которой я рядом. Я-то уже видел всяких то есть он выше меня. Он шире. Что они там делают, китайцы? Джанна со своим молодым самым временем очень молодым. Ну, то есть вообще они там все перекрыли.
чтобы при этом еще посоревноваться. Одни из самых дорогих емок. Все-таки Хоук. Никак не синхронизирует. Чуть проще. Нет, ну что, в четверке, я думаю, что и я бы был, если бы вот у меня был. Если бы не Серан. Если бы не Серан, да. Там вот четвертый мальчик, который там какой-то Ахмедулин, вообще какая-то дрова просто. Полнейшая. Просто дровище. Четвертый мальчик. Получится ли нам пересечься в Казани в октябре? Там Настя. А то прикольно сделать выездную эту тренировку. Давай сейчас.
Thank you.
Полнить. Сейчас чуть-чуть растяжечку. Thank you.
Константин, а у вас нет этого? Да, 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 валанчиков. Валанчиков. Нет, доллара валяйте. Абсолютно. Гоните. Я просто не хочу новые. Да. Вот еще есть. Так, один делает, один собирает валанчики, третий делает сейчас глубокую разложку. Можно так сказать. Можно. Thank you.
Я думал, ты пойдешь. Размялся, пошел отдыхать. Еще ни разу не делал. Плохо.